Ну что ж, сделал я свой незамысловатый камуфляж, точнее маски под камуфляж. Ну, вот что получилось. Где-то вот 4 вот этих колбаски нанести у меня заняло около 20-25 минут времени. Ну, потом еще, говорю, перед покраской желательно пройтись кисточкой по граням, по краям. И надо аккуратно, вот у меня в одном месте немножко зацепил кисточкой и красочку снял. Ну, хорошо, что как раз вот это вот место, где я зацепил, оно покрасится зеленой краской, и его не будет видно. Ну, да, надо все-таки аккуратно делать маски, но никто от этого не застрахован. Рука может нечаянно сорваться, да, сделать. Ну, еще раз говорю, перед покраской нужно, да, проходить, по краешку пройти, и будет вообще отлично. Снимется на ура, главное покрасить, дать просохнуть модели хотя бы часиков 5, если вы красите краской Tamiya. Потому что, как я крашу Tamiya, для нее буквально хватает 4-5 часов, и можно уже снимать спокойно маски, но желательно руки одевать или в резиновые перчатки, или в напальчники, чтобы не оставить на краске следы отпечатки пальца. Ну вот еще раз хочу посмотреть колеса. Взял более удобный кусочек Потафикса, чтобы еще раз пройтись. Ну, в принципе, поснимал хорошо. Что видно, потом покрою лаком. Все равно буду припылять пигментами, буду делать смывки, наносить фильтры. Оно все вот это скроется под фильтрами. Ну, потом еще раз пройдусь, посмотрю, чтобы нигде никаких следов не осталось. Вот. Ну, вот так вот. Такой легкий и простой способ нанесения масок на модель. Также я этот Потафикс использую, там, иногда закрываю стекла Потафиксом, закрываю триплексы на танках. Ну, довольно-таки хорошее очень средство, которое легко снимается, устраняется. И плюс, вот еще говорю, самый большой его плюс – это то, что он многоразовый. Вот видите, у меня есть старые Потафиксы. Вот я их ложу в пакетики, чтобы они на себя мусор никакой не брали. Вот. Следы от красок остаются, но, говорю, ничего страшного. Клейкая способность у него сохраняется очень-очень долго. Ну, буквально хватает. На 8-10 моделей можно при желании его аккуратненько, если снимать, потом его мнете, краска, что лишнее осыпается, какая-то прячется внутрь и становится для следующих. Для последующих работ остается у нас Потафикс. Ну, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Дальше нас ждет в следующих частях покраска второго цвета камуфляжа. Также ждет нас нанесение лака, фильтров, смывок. Ну и всяких модельных премудростей. Ну, спасибо, до свидания.